В Великобритании и Франции проходят массовые демонстрации против политики властей. В центре Лондона собрались почти 150 тысяч человек. Они требовали от премьер-министра Дэвида Кэмерона увеличить финансирование социальной сферы или уйти в отставку. Чтобы принять участие в митинге, люди, врачи, учителя, студенты приехали со всей страны. Полиции пришлось перекрыть движение в нескольких районах. Но в Париже противники трудовой реформы собираются уже на протяжении 3 недель. Минувшим вечером их неожиданно пришел поддержать бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. По его словам, демократия возвращается к своим истокам на улице и заставит политика прислушаться к народу. А на северо-востоке французской столицы тем временем ночью произошла массовая драка в лагере мигрантов. Чтобы навести порядок, полиции пришлось применить слезоточивый газ.